Так, только что записал обзор на парное катание, так что бегом смотреть на Boosty. Сегодня в целом было немного похуже, чем в короткой программе, хотя у некоторых и получше даже. Но запоминающийся прокат был только один, у Саши Байкова и Димы Козловского. Это прям замечательно. Единственный момент в середине программы, то есть начало очень хорошая музыка, в конце там, особенно на хореографии, когда они накатают эту программу, этот кусочек будет смотреться очень круто. Но в середине программы там, к сожалению, музыка заканчивается. Там вместо музыки это называется музыкальное блеяние. То есть это вот эта унылая мелодия, и тоже в программе непонятно, что происходит в этот момент, а потом снова все хорошо. То есть начало и концовка замечательно, а вот то, что в середине, такая прям просадка, не в последнюю очередь благодаря той музыке, так называемой музыкой, потому что это музыка не назвать, то, что играет в середине. И вот это блеяние все портит. А так прям замечательно, и самое главное, какие выбросы у Саши. То у нее постоянно как-то вот в лед, в установку. Ну вот вроде даже когда хорошо делают, все равно это не смотрится так здорово. А сейчас прям именно выбросы смотрелись. Ну и под конец программы немножко более суетливо все началось, и торопились, но в целом прям замечательно. Так что полный обзор на Boosty, всем бегом подписываться, кто не подписан, тот бестолочь. Всех целую, обнимаю. Кто же лучше? Кто же лучше? Кто же лучше всех? Кто же лучше? Кто же лучше? Кто же лучше? Кто же лучше всех?